Друзья, ну что, автобосс на базе. Вот эти колеса, о которых мы говорили, налипшие. Вот она такая грязненькая вся приехала после гонки. Сняли капот, оказывается, вон, смотрите, в каком состоянии переднее колесо. Налипшие какие-то огромные петухи толстенные. Еще с Дамиром, кстати, сейчас обсуждали, обратили внимание, что колесо-то правое стоит немножко криво, что, в принципе, тоже могло повлиять на разворот. Понятно, что я там прессовал максимально, старался соперников, чтобы близко ехать. Колесами не раз упирался, видимо, где-то что-то погнули все-таки. Но ничего, сейчас все поправим, машину будем полностью готовить уже к новому сезону. Будем залезать в мотор, будем все смотреть. И, кстати, сказали, что Цареградцев говорит, что у меня LS7 в трансляции, а у меня все-таки LS3. Никакой не LS7, а LS3. Ну, это так, для статистики, для тех, кто интересуется. А так все четко, машина дома, все дома, кубок. Дню 255 быть, ни дня без спорта, друзья. Вам спокойной ночи, а мне хорошей пробежки.